Элита Артплюй Продакшн представляет. И тут же смоук, и теперь можно подраться, но реген уже закончился, и можно в мид зайти, либо вниз зайти, например, на Бладсикера вместе с Леоном. Кстати, параллельно TNC уже выиграли первую игру у Джигвард. Ну и TNC красавчики, TNC гарантировали себе как минимум ничью. Но Джигвард ничья не устраивает, у них уже две есть, вы знаете, что три или четыре ничьи, это вообще ничего тебе не дает. Mm-hmm. Так. Ну, три ничьи, одна победа. Ну, три ничьи, одна победа, да, более-менее. Так, нет, смотри, в смысле, я сравниваю три ничьи. А, ну, три ничьи, это одна победа, одна да. Победа. Смотри, смотри, что творят. Они их видят? КС. Они их не видят. КС. Они, но они он, видят. Он его нюхает просто. Шторма. Шторм влетает сюда. Меракль. Хорошо! Очень хорошо, Меракль. Ты посмотри, какие проблемы огромные в сердце, но ПБ делается. И Клопа ультанула. Накричала на шторма. Шторм отлетает. Меракль пытается закатить. Меракля убили. Это уже минус 2. Шейкер дает стан. Это будет минус 3. Шаг, лишак. Сники выхиливает его зомби. Ультракил. Ку-ку. Просто 5-0! Охренеть просто! 5-0! Я за 8 лет комментирования Доты такого еще ни разу не видел в своей жизни! Да, очень здорово! Просто рвань! Вот это да! Джесси Уош, сколько хила здесь писал зомби, конечно, за эту драку!